Приветствую, дорогие друзья. Вот он пришел, этот день, 17 мгновений, прошедший год победы. Ну, вы знаете, слово «победа», оно очень символично и включает в себя слово «беда». Ну, вот война принесла много бед, но победил советский народ, все, украинский народ, народы Европы. Ну, а если говорить о спорте, то здесь слово «победа» особенное, потому что, выходя на поле, на площадку, каждый старается победить. Не случайно у нас сегодня тема футбольная, потому что очень много интересных футбольных событий сейчас проходит. Вчера порадовал Днепр в Европейском кубке. Ну, а у нас в городских и областных соревнованиях тоже очень много интересного. Буквально после праздника 10 мая пройдет финальный поединок Кубка области. Только что завершился очень интересный детский турнир, посвященный Дню Победы. И все к этим событиям имеет отношение директор футбольной школы «Торпедо», судья национальной категории Сергей Иванович Возняк. Гость нашей программы, очень известный в футбольном мире нашей области и нашей страны, потому что он обслуживает игры украинского уровня. Итак, Сергей Иванович, у вас сегодня такое праздничное настроение, потому что только вот сегодня вы отправляете детей на очередной турнир высшей детской лиги, где успешно выступаете. Поэтому вот хотелось бы сказать об этих турнирах, которые имеют особое значение для детей. Вот перед этим буквально в марте прошел очень массовый турнир с участием команд всей страны. Вот об этом турнире, который был посвящен Дню освобождения Николаева, и теперь Дню Победы. Здравствуйте, студия, здравствуйте, телезрители. Приятно, что вы меня пригласили на эту встречу. Немножечко волнуюсь, но постараюсь справиться с волнением и ответить вам на все вопросы. Да, действительно, город Николаев сейчас мирный город, как это я уже много раз говорил. И сейчас все дети с большим откликнулись, чтобы приехать к нам на разные турниры. В марте месяце у нас прошел очень представительный турнир, в котором участвовали практически все команды премьер-лиги. Это были футболисты «Шахтера», «Металлиста», «Днепр», «Ворскла», «Металлург Запорожья», «Ильичовец». В последний момент отказались по уважительной причине футбольная школа «Динамо Киева». Они уехали в Турцию, так называемый турнир Лиги Чемпионов, где турки сделали им очень хорошие условия, и они, само собой, полетели представлять там нашу страну. Сереж, вот у вас богатейший опыт по организации, но принят 60 команд, значит, чтобы они отдохнули, поиграли, чтобы шли к победе. Как это удалось вот, прокрутить такие соревнования очень масштабные? Ну, мы начинали сначала с 10 команд, с 15, с 20, до 60, дошли до 60 команд. И у нас уже появился свой опыт. Уже у нас есть определенные люди, которые нам помогают. Самый первый помощник в этом организации этого турнира, это есть такой у меня тренер 99-го года рождения, Гаевец Иларион Петрович, который в свое время жил в городе Мариуполе. И там, вы сами знаете, там хорошие условия, там Бойко всегда помогает, есть крытые залы. И вот он был организатором этого турнира. Но потом сложилась такая ситуация, что я его пригласил к себе в школу. Когда я стал директором футбольной школы, у нас перспектива была построить это искусственное поле. Когда мы построили это искусственное поле, само собой, оно не должно было пустовать. И чтобы наши детки занимались футболом, стремились куда-то расти, мне нужен был человек, который должен был организовывать эти турниры. Я пригласил Илариона Петровича. Потихонечку мы начали налаживать контакты с гостиницами, с высшим училищем физкультуры. Заполонили весь город. Да, с разными общежитиями. В наш в заводе есть профилакторий «Чайка». То есть мы начали планировать, кого куда можем расстелить. Само собой, есть еще ценовая политика. Клубы, которые побогаче, которые там премьер-лига, они готовы оплатить более хорошие условия, то есть гостиницы. Более такие команды, которые послабее, мы там уже гостиницы низшего уровня ищем. Дети, которые приезжают за счет родителей, мы ищем где-то общежитие, каких-то школ. То есть стараемся удовлетворить все потребности. Большое внимание, большую помощь нам оказывает это наш завод, «Зарямашпроект», который выделяет нам автобусы. То есть получается расположение нашего стадиона не такое выгодное, как центральный городской стадион. Здесь гостиница «Турист», ребята вышли себе, прошли на поле, поиграли в футбол и назад. А у нас получается, возле нашего спорткомбината нет гостиниц, и нам приходится команд подвозить и отвозить обратно. То есть напомни, кто же там выиграл? Все-таки 60 команд, несколько возрастных групп. Да, получается, по 2000 году выиграла наша «Торпеда». Наши ребята. Да. В финале мы играли
с УФК Днепропетровск, обыграли их. По 2001 году первое место заняла команда с Дюшор Николаев, 2001 год рождения. По 2002 году, уже чуть-чуть подзабыл, так, подождите, выиграл. Может, Одесса, Донецк? Нет. Финал был... Ну, в общем, победила. Шахтер Донецк. Да, они в финале обыграли Днепропетровск. 2003 год команда «Металлист» обыграла команду «Днепр» в финале. 2004 – это наши ребята. Ну, это, получается, у нас турниры, имеющие такое мемориальное отношение, но у вас есть постоянная футбольная жизнь. Ваша школа стала настоящей школой для детей. Вы участвуете много лет в высшей детской лиге Украины, довольно успешно. Вот как вы сейчас выступаете, потому что это очень хлопотливое дело. Один процесс тренировочный, но надо играть и выступать достойно. Ну, на протяжении всего этого времени мы подобрали, я считаю, на данный момент хороший тренерский состав. Специалисты в каждом возрасте, есть квалифицированные тренера. Потихонечку, вы сами видите, турниры, тренировочный процесс, поля у нас есть, площадки. Все это привело к тому, что у нас в последнее время появились некоторые успехи. На данный момент... 2000 год рождения наш, сейчас в чемпионате Украины занимает в своей группе первое место. Вот буквально сейчас ребята уезжают на очередную ответственную игру в город Днепропетровск, где будут играть с командой «Интер». Под стать и другие возраста. Есть, конечно, проблемы сейчас. Получается, тоже район у нас как бы такой не сильно густонаселенный, я имею в виду, где возле спорткомбината «Заря». И очень у нас мало детей приходило на вот эти наши тренировочные процессы. Но сейчас, впоследствии, что есть и искусственное поле, и хорошие тренера, и экипировка, и завод нам помогает. Мы на соревнования, нам дают автобус, мы выезжаем за день игры, мы ночуем в гостинице, кормим ребят. И сейчас вот на данный момент у нас где-то около 500 человек детей занимается. Ну, тысяч. Да, где-то 16-19 возрастных групп. Сергей Иванович, у вас очень хлопотливое дело связано с большим футболом, потому что вы являетесь главным судьей областных соревнований Кубка области. И вот у нас послезавтра состоится финал. Расскажите об этом, потому что это очень престижно. И вот впервые обладатель Кубка... Финал пройдет уже вне нашего города, областного центра, Первомайский, вот об этом. 22 команды участвовали, да? Да, участвовали 22 команды, ну, финал уже проходил в Первомайске, у нас был финал Кубка области. Угу. 4 года назад в финале встречалась команда Первомайск с Торпедо, и тогда Первомайск обыграл торпедовцев и выиграл Кубок. Сейчас получилось так, что... В финал вышли две команды, которые находятся на севере нашей области. Это «Автолокомотив» Южноукраинск и Первомайск. Как вы знаете, что в Южноукраинске, что в Первомайске два очень хороших стадиона. Да. Есть все условия для судейской бригады, для команд принять. И была проведена жеребьевка. Эту жеребьевку выиграла команда Первомайск. И 10 числа в 14:00 состоится финальная игра в городе Первомайске. Есть возможность такая, всех болельщиков, зрителей приглашаем на этот матч, чтобы они поддержали свои команды. Ну, кто сможет, да. Я напомню, что в 1863 году футбол получил официальную прописку на мировом уровне, потому что в Англии были созданы правила, и с тех пор полтора века уже проходит, правила не меняются. Я напомню, что Сергей Иванович Возняк является судьей национальной категории. Вы обслуживали очень много игр, значит, самого высокого уровня. Вот как эта практика, интересно, помогает вам продолжать судейские дела и в работе как директор футбольной школы? Ну, как бы, да, в свое время мне пришлось 5 сезонов отработать в высшей премьер-лиге, да, получить определенный опыт. Сейчас я также продолжаю работать в этом направлении. Я сейчас являюсь инспектором, инспектирую команды первой лиги. Параллельно возглавляю комитет арбитров Николаевской области. Есть определенные методики, есть программы, которые нам предоставляет комитет арбитров Украины. И мы само собой это все вводим нашим судьям, которые обслуживают первенство области.
У нас очень интересные есть видеоматериалы, теоретическая подготовка. Вот сейчас в Украине уже второй год работает национальная школа арбитров. Приглашают мы всех молодых ребят. Есть определенные модули, три модуля, по которым сначала проходят правила, потом физическая подготовка, потом правила с игрой, практические занятия. И многие ребята уже сейчас обслуживают игры среди команд детских и юношеских футбольных лиг. Вот. У нас очень интересно это все проходит. Каждый понедельник раньше был, у нас собиралась Федерация футбола, где у меня есть непосредственный помощник, это Владимир Миланич, арбитр первой лиги, у которого есть все эти материалы. У нас идет, например, показываем какой-то момент и разбираем, как здесь должен поступить арбитр. Есть определенные критерии. Каждый называет эти критерии и выносит свое решение. Мы стараемся так, чтобы все арбитры у нас были едины, чтобы и на футбольном поле старались поступать все одинаково. То есть, чтобы не было такого момента, что один арбитр ставит 11-метровый, да? Да, а второй показывает карточку за вот симуляцию. Вот вопрос к судьям национальным категориям. Что главное в футболе? Мяч, футболисты или судья? Не, ну судья это... Что делать, чтобы его не было видно? И чтобы не мешать процессу футбольной ну, жизни? Ну, в первую очередь, арбитр должен быть квалифицирован, хорошо подготовлен как физически, так и теоретически. Если арбитр подготовлен хорошо, то, поверьте, он на поле будет незаметен. Он будет выполнять свою работу спокойно, тихо. Все моменты будет читать, где нужно остановить их, где продолжить. И тогда команды никакие не будут иметь претензий. Если, конечно, арбитр не подготовлен физически, отстает от момента, далеко от этого момента, не видит, там мяч в руку попал или рука нашла мяч, то само собой будут возникать какие-то претензии к этому арбитру. И само собой пойдет нервозность. Сергей Иванович, вот интересно, вы прошли очень интересную футбольную жизнь, играли в очень многих командах, были одним из лучших бомбардиров, удавалось творить чудеса в штрафной, в общем, много забивать. Вот вы как директор футбольной школы «Торпедо», как вы воспринимаете сейчас юных футболистов Николаева? Есть там талант? С каким желанием они приходят к вам? Как они познают азы футбола? И какое у них будущее? К сожалению, сейчас в нашей стране тяжелое время, и сейчас много команд находится в финансовом затруднении. И чтобы попасть в какую-то команду, ну, сейчас приходится какие-то связи искать, звонить в другие команды, там, связываться с администраторами, с тренерами, просить, чтобы просмотрели наших ребят. Ну, ребята у нас, конечно, есть талантливые. Вот в 98-м году сейчас играет Кожушка Олег. Он выступает за Ю-17 в сборной Украины, привлекается в состав. Это тоже наш воспитанник. В свое время он ушел в команду «Днепр». Вы сами только что говорили, что у нас был представительный турнир. Да, приезжало очень много селекционеров, которые просматривали ребят. По разным возрастным группам. Ваших же там приметили. Да, и наших приметили. Сейчас очень интересует селекционеров с Днепропетровска, мальчики 2002 года, селекционеров с Шахтера, мальчиков 2000 года рождения. То есть есть. Постоянно этими ребятами интересуется Олимпик, Донецкий Олимпик. Тоже у нас с ними хорошие отношения, так как в 2000 году рождения у нас 10 человек. Получилась такая ситуация, что... Ну, вы же приняли этих детей да, у себя, да? Получается, 23 февраля у них закончился турнир в Черкассах, и вы сами понимаете, что домой им было очень сложно возвращаться. Тогда шли вот эти боевые действия. Я связался с тренером Уманцем Русланом Геннадьевичем и предложил ему приехать к нам в Николаев. Получается, мы провели работу. Спасибо нашим областным руководителям, которые помогли их устроить в Высшем училище физической культуры, Мельниченко Александру Николаевичу, директора этого училища. Вот. И сразу же эти ребята с Черкас приехали к нам 23 августа. Получилось так, что не было как бы питания. Ну, мы вместе все сгруппировали спонсоры, поселили их,
прокормили, потом... В общем, есть не будущее у этих детей. А вот есть ли будущее у главной команды? Это авторитет был всех футбольных соревнований, многократный чемпион области, обладатель кубка, наша знаменитая «Торпеда». Куда же она улетела, эта «Торпеда», а? Ну, получилось основная так, команда ваша. Да, получилось так, что возникли проблемы с финансированием этой команды. И на данный момент эта команда прекратила существование. Но мы все верим, дай бог сейчас чуть-чуть стабилизируется ситуация в нашей стране. И я думаю, как я общался не раз с руководством завода, что если будет чуть-чуть получше. Сейчас мы на завод наш налаживает новые связи по рынку сбыта. Если чуть-чуть улучшится ситуация, то я думаю, футбольная команда опять у нас возродится, и мы будем с достоинством защищать цвета нашей области, как в первенстве области, так и в чемпионатах Украины. Ну, я напомню, что один первый судья всесоюзной категории Юрий Александрович Маврокордата как бы открыл путевку нам в большой спорт, я имею в виду футбол, для судейства. И поэтому, есть ли какие-то возможности продолжить? Потому что немногие города имеют арбитров высшего уровня, вот такой категории, как у тебя. Есть какая-то перспектива, подкуда ты возглавляешь коллегию судей области? Есть ли такие ребята, которые способны объективно, интересно и, значит, обслуживать игры? Может быть, они не были футболистами хорошими, но судьями, может быть. Ну, это у нас очень большая проблема в нашей области. Есть, конечно, ребята, которые с достоинством и сейчас защищают цвета нашей области. Это ассистент арбитра премьер-лиги Еремеев Андрей. Очень большая перспектива у Владимира Миланича, который пользуется уважением и авторитетом в первой лиге. То есть у него есть все шансы попасть в премьер-лигу. Значит, есть еще Виктор Мамчур, который обслуживает сейчас... Да почти все игры, я смотрю, ведущие основные игры, да. Тоже где-то какой-то капельки ему не хватает, чуть-чуть, чтобы попасть в первую лигу. На подходе их поджимает, это два наших арбитра, его брат Мамчура, это Женя, и также Игорь Измайлов. Династия, да? Да, которые стучатся уже в дверь во вторую лигу, и если, дай бог, все получится хорошо, то эти ребята будут обслуживать игры второй лиги. А можно говорить, что вот качество судейства зависит от качества футбола, потому что так повлияет на процесс, вот решить вопрос Союза областной, городской федерации, ведь вы для них как промежуточное звено очень важное, да? Ну, я думаю, не знаю. Больше качеством футбола должны заниматься тренера, а арбитры должны помогать делать праздник на стадионах, чтобы игры проходили в духе фэрплей, честной игры, чтобы не было никаких претензий. Если арбитр будет хорошо обслуживать матч, будет вовремя фиксировать нарушения, будет общаться с игроками, будет взаимопонимание как тренерского состава, так и игроков. Я думаю, только это будет плюс нашему футболу. Сергей Иванович, вот можно считать, что в Ленинском районе вот ваш спортивный клуб «Заря» является один не только в районе, но вообще в городе один из лучших. А с чем связано, что вот 5 лет этот китайский покров большого поля так долго ждал своей судьбы? Сейчас, конечно, он прекрасный, и вообще там есть комплекс у вас мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Но вот это большое поле. Ну, я не знаю, мне трудно ответить, но я думаю, скорее всего, что я пришел работать в 2011 году, тогда директором завода у нас был Хоменко, да. И начали решать вопрос по укладке этого поля. Потом, получается, он ушел, пришел другой генеральный директор, потом третий генеральный директор. И как бы вот это все было в процессе, и большую роль... На втором плане оказался, да, стадион? Ну, как бы да. Потом получилось так, что глава нашей федерации футбола города Николаева, Николай Леонтьевич Ерупунов помог, как бы пошли к Зайкову, тогда был генеральным директором. И так по чуть-чуть начали строить это поле. И получилось, совместными усилиями построили это прекрасное поле. Сейчас многие команды приезжают к нам, конечно, говорят, что условия у нас очень хорошие. Многие нам завидуют, потому что есть, вы сами знаете, и у нас для ребят старших возрастов и сауна есть, и бассейн есть, и тренажерный зал. То есть мы все профилактические, восстановительные работы, все у нас проходит в спорткомбинате. Я думаю, вот это тоже еще есть залог того, что наши дети сейчас, ну, с достоинством выступают в чемпионате Украины. Хотя я вам скажу, что нам очень трудно выступать в чемпионате Украины, потому что ребенок чуть-чуть заиграл, и сразу же его где-то забирают другие клубы. То есть мы уже
Вот, как мне говорят тренера металлиста, как мы им задаем вопрос, как у вас получается, что у вас такая сильная команда? А он говорит, ну как получается, если у меня в неделю приезжает 7-10 футболистов на просмотр, то есть у него за месяц Есть выбор. проходит, да, 40 человек, и я думаю, ему 2-3 человека в месяц найти, это очень легко. А нам нужно ходить по школам, звонить в села, сельских ребят вытягивать к себе, где-то их устраивать, размещать, чтобы они здесь жили, питались, тренировались. Вот такая у нас проблема. А можно говорить о том, что вот эти дети, которые мечтают о большом футболе, уже что-то умеют показать? Технику, умение мыслить, коллективно действовать красиво, индивидуально? Потому что ведь уже мы потихоньку теряем настоящие таких футболистов, которые смогли бы играть несколько игроков. В основном сейчас принял мяч, ударил. Ну, в общем, как-то с этим бывает. Вот как идет процесс воспитания такой талантливой молодежи, которые смогли проявить себя виртуозами? Значит, большую роль в этом процессе играет это тренерская работа. У нас, я считаю, на данный момент, я уже говорил, что тренера квалифицированы. Постоянно у нас идет видеосъемка матчей. Постоянно мы следим, как играют наши соперники. Если есть возможность где-то достать видеосъемку соперника, мы эту видеосъемку достаем, просматриваем. На каждую игру тренер выставляет свою тактику. Какая-то команда играет в одного нападающего. Значит, мы тогда, тренера готовятся к игре, фланги перекрывают. Какая-то команда играет в три нападающих, значит, мы насыщаем центр. И вот этому мы по чуть-чуть учим наших ребят. Некоторые ребята уже это понимают и делают. Значит, я имею в виду 2000 год, 99-й уже где-то так получше, а на выпуске уже вот это ребята уже готовы к этой системе. И уже многие играют в футбол, а не бей-беги. Сергей Иванович, вот если говорить о ваших воспитанниках, вот их 500, полтысячи, но их надо умножить на 3, потому что это родители, которые заинтересованы в том, чтобы ребенок себя проявил, как идет взаимодействие утроенных сил для того, чтобы они проявили свое мастерство. Родители, вы и дети. Да, очень приятно видеть те команды, у которых родители посещают и тренировки, и соревнования. Приходят и дети, и родители, и идет такая аура, ребенок играет в футбол, папа с мамой стоят у нас, поддерживают этого ребенка, и тогда он старается. Вот это я, конечно, приветствую, чтобы вот это трио вот это работало, ребенок, родители и тренер. Когда вот это все есть, тогда и успехи. К сожалению, у нас тоже есть такие команды, особенно возрастные группы, где уже родители не ходят, тогда там уже только тандем работает, тренер и ребенок. Сергей Иванович, ну вот мы сейчас отмечаем великий праздник. Праздник со слезами на глазах. Будут чествовать ветеранов, будут вспоминать о подвигах. А мы теперь ждем настоящей победы от юных воспитанников вашей школы, потому что в этом ваш смысл жизни, потому что вы всегда были с футболом, жили им, и сейчас делаете все для того, чтобы росла такая молодежь. Ну и сегодня хотелось бы поздравить всех ветеранов, всех вас, нас с великим праздником, Днем Победы. Да, Сергей Иванович? Спасибо. Я тоже присоединяюсь к вашим поздравлениям. Я хочу пожелать нашим ветеранам, которых уже, к сожалению, осталось очень мало, я хочу им долголетия пожелать, здоровья, мира, и чтобы вот это, что у нас творится на востоке страны, чтобы побыстрее это прекратилось. Я хочу, чтобы вот эти дедушки, которые, прадедушки, которые воевали, чтобы они обнимали, лелеяли своих внуков. Здоровья им, здоровья, здоровья. А нам всем мира и добра. Ну что ж, вперед к победе. Всего вам хорошего. Здоровья.